любимая многими из-за сладкого аромата сирень начнет свое цветение только весной. Но ее высадкой занялись уже сегодня. Так, в рамках масштабной экологической акции всей семьей в Химках проходит высадка сирени. Папы и мамы вместе с детьми высаживают сирень на площадке между улицей Германа Титова и Враницына. О том, как тематически оформить акцию озеленения, активисты подумали заранее. Решили сделать ее продолжением ЖК «Солнечная система» в такой же тематике. Разметили круги, будущие дорожки, и сейчас вот вокруг большого этого круга мы хотим сделать огромный сиреневый круг из этих кустов. 40 саженцев сирени. Именно столько растений украсили территорию жилых комплексов. Для местных жителей участие в озеленении микрорайона – дело привычное. Рассказывают, главный результат этих стараний – семейные прогулки становятся приятнее. Мы в своем районе сажали сирень вдоль забора школы. Там кустов, наверное, 30. Вот мы ждем, когда она вырастет, и будет красота. А в одном из дворов у нас жители сажали сирень в самом начале при заезде. Просто безумно красиво, когда она цветет. Чтобы детям было где гулять, чтобы нам было куда выйти. Интересная деталь. Площадки для высадки растений в рамках экологической акции «Всей семьей» выбрали через онлайн-голосование, которое проходило в телеграм-канале главы городского округа Дмитрия Волошина. Именно таким способом с 13 по 17 сентября жители определили участки для озеленения во всех 7 микрорайонах Химок. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.